К другим новостям. День медработника отметили в Люберцах. Во Дворце культуры для представителей этой благородной профессии устроили праздничный концерт. Глава округа Владимир Ружицкий лично поздравил люберецких врачей. 18 из них вручили ключи от новых квартир. Люберецких медицинских работников с профессиональным праздником поздравили яркой концертной программой с участием местных творческих коллективов. С торжественной речью со сцены выступил глава городского округа Владимир Ружицкий. Сегодня я хочу вам сказать слова благодарности, что вы есть, что вы работаете. Я вам искренне хочу пожелать, чтобы вы к вашему брату как можно меньше обращались. А как заняться профилактикой, вы этим знаете профессионально. Поэтому я вам искренне желаю здоровья, благополучия. Как у военных говорят, хорошего материального удовольствия. В честь праздника врачам вручили благодарственные письма и знаки отличия. Депутаты Московской областной думы Дмитрий Дениско и Игорь Каханы тоже поздравили медиков. Народные избранники подготовили подарки и даже творческий сюрприз. Кульминацией праздника стало вручение сертификатов на жилье. На этот раз новые квартиры получили 18 медиков. Отметим, что городской округ Люберцы стабильно входит в тройку лидеров Московской области по количеству предоставляемого жилья врачам. Всего с начала года работникам медицинской сферы вручили 32 квартиры. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.